Число казахстанцев, летающих на отдых за границу, ежегодно растет на 20%. Причем каждый сезон география их путешествий расширяется. Недавно стал популярен Вьетнам. Об этом специалисты рассказали на международной выставке туризма и путешествий в Алматы. Там презентуют свои услуги больше 400 компаний из 28 стран. Одним из первых посетителей был наш корреспондент Денис Брагин. В казахстанском центре делового сотрудничества «Атакент» сегодня собрался целый мир. 400 с лишним компаний из разных стран прибыло сюда, чтобы поучаствовать в международной выставке туризма и путешествий. Некоторые команды пришли в национальных нарядах и головных уборах. Здесь туроператоры, агенты, представители авиакомпаний, отелей и клиенты заводят полезные знакомства. Многие тут же заключают сделки. Выставка представляет в этом году 406 компаний из 28 стран мира. И 16 из них представлены с национальными стендами и экспозициями. Цель выставки, как любого бизнес-события, площадки, свести на одной арене игроков туристского бизнеса. Первые два дня выставка получается формата B2B. Это бизнес-ту-бизнес. Здесь компании встречаются с компаниями. А третий день мы специально подготовили для широкой публики. Выставка проводится в 22-й раз. Ежегодно в ней участвует и крупнейший туроператор Казахстана «Компас». В компании рассказали, наши граждане выбирают для отдыха чаще всего Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Египет и Таиланд. За последние два года увеличился поток путешественников во Вьетнам, хотя раньше это направление было не очень популярным. Каждый год рынок растет примерно на 18-20%. Появляются новые направления, новые страны. Увеличиваются объемы в традиционные страны, в которые там уже на протяжении 15-20 лет ездят туристы. Вот. А если говорить о новых тенденциях, то люди стали ездить чаще, но на более короткий срок. Новые тенденции заметны и у организаторов. К примеру, для подготовки рекламы туроператоры недавно стали использовать искусственный интеллект. Но даже современные технологии не дают такого эффекта, как рекомендации людей, говорят специалисты. Мы, конечно, идем в ногу. Там искусственный интеллект, онлайн-системы бронирования, автоматизация бизнеса. Но сейчас на рынке появился еще такой, как антитренд, что люди, что системы начинают искать, и, можно сказать, охотятся за человеческим, за живым контентом. Вот. И те, получается, соцсети, где есть именно личное мнение, где турагенты сами со своих страниц рассказывают о путешествиях, они с каждым днем все больше и больше начинают быть популярными. Посетителей мероприятия ждут увлекательные семинары, дискуссии и еще много интересного. А главное, спикеры подскажут, как приобрести незабываемое путешествие выгодно. Выставка закроется послезавтра. Денис Брагин, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.